Есть у меня немного вчерашней каши и шарик фарша. Привет, друзья! С вами Ух ты кухня. Сейчас покажу, как подать вчерашнюю кашу так, чтобы захотелось еще и еще. Ну что, начнем? Кашу нужно немного размять. Сюда выкладываю фарш. У меня здесь граммов 200. Остался с пельменей. Все хорошо перемешиваю. Чтобы хорошо размешивалось, сразу разбиваю в массу 2 яйца. И сюда же примерно 1-2 столовые ложки сметаны или кефира. Подойдет и то, и то. Сейчас будет вкусно. Ням-ням-ням. Да, поверьте, это вкусно. Можно использовать любую кашу и любой фарш. Хоть у меня здесь уже все немножко подсолено, и все же еще чуть-чуть присолю. И добавлю черного молотого перчика. И в самом конце добавляю 1 столовую ложку муки. Снова все перемешиваем. Вот такая смесь получается. Как на оладушке, да? Кашка-малашка. Кашка-малашка. Сковородку на огонь. Немного растительного масла. Пусть греется. Опа. Ну что, когда масло нагрелось, беру ложку и начинаю жарить. Оладушки, друзья. Кашечные оладушки. О. Немножечко сюда, чтобы маслица. Все. Прикрою крышкой, чтобы было быстрее. Делаю небольшой нагрев. Пусть себе потихонечку здесь готовятся. Можно и соус сделать. В мисочку выливаю сметану. Любой жирности, какую любите. Добавляю нарезанный укроп. Зубчик чесночка через пресс. Немного соли. Все хорошо перемешиваю. Самый обычный соус. Зато как вкусно к этим оладушкам. Попробуйте приготовить. Я уверена, понравится. Я уже слюной давлюсь, солнышко. Давай уже покушаем. Через пару минут можно переворачивать. Опа. Оп. Ух ты. Да, Сережка. Это ух ты кухня. На рыбные котлетки похоже. Угу, есть такое. А по вкусу на беляши. Снова накрываю крышкой еще пару минут. Оп. Красиво, вкусно, быстро. И полезно, друзья. Такие пушистики у нас получились. За какие-то 10 минут. Оп, ты уже... Ты, пожалуйста, со сметанкой сделай. Давай. Влезет тебе в рот этот весь. Налегке. Вкусно? Вкусно. Ставьте лайки, друзья. Пишите комментарии, делитесь своими идеями. А мы сейчас это все съедим. Поверьте. Это даже лучше, чем просто кашу есть. Я еще один Конечно. Хочу. Конечно. Всем мирного неба и вкусной еды!